Ну что же, всем еще раз доброго утра. Команда Evolvers и Валерия Брагаякова. Здравствуйте, ребята, девчата. Скажите, пожалуйста, Валерия, один-единственный вопрос, прежде чем вы начнете традиционную утреннюю зарядку. Вот там, где вы тренируетесь, у вас прохладно или тепло? Тепло. Тепло. Становится постепенно. Как у нас в студии? Да. Значит, будете чувствовать себя так же комфортно. Вперед из песни. Поехали. Здравствуй, Красноярск. Сегодня мы выучим два женских движения, которые предназначены именно для девушек. Первый из них плюс вайн. Ручки перед собой. Берем. Угу. Делаем прыжочек. Раз. Затем правая ножка и голова поворачиваются в одну сторону. Ручки смещаются направо. Все это одновременно происходит. Еще раз. 7, 8. Раз. И 2. И еще раз прыгаем. 3 и 4. Еще раз. 7, 8. Раз. И 2. 3 и 4. Затем левая ножка у нас выходит вперед. Ручки работают. Левая идет вниз. Правая работает наверх. И мы делаем. Раз. 2, 3. Встали. Угу. Еще раз соединяем это движение полностью. 7, 8. Раз и 2, 3 и 4. 5, 6, 7, 8. Отлично. И чуть побыстрее это движение. 7, 8. Раз и 2, 3 и 4. 5, 6, 7, 8. Отлично. Это у нас был плюс вайн. Следующий степ называется дигит. Ручки жесткие, сильные. Работают. Раз, 2, 3, 4. Затем поворачиваем ладошки. 5, 6. Да, при этом у нас еще работают ножки. Мы делаем. Пяточка вовнутрь срабатывает. И раз, и 2, и 3, и 4. Затем ножки уже не шевелятся. Работает таз вниз вместе с ручками. 5, 6. Затем делаем замах правой ножкой. 7, 8. Вытаскиваем свою грудную клетку по кругу. По инерции. Левой ручкой вы можете себе помогать. Еще раз. Медленно соединяем это движение полностью. 7, 8. И раз. И 2, и 3, и 4. 5, 6. В сторону. Встали. Побыстрее. И раз, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Отлично. Теперь давайте соединим первое движение и второе. Медленно подсчет. 7, 8. Раз и 2. 3 и 4. 5, 6, 7. Дигит. И раз, и 2, и 3, и 4. 5, 6, 7, 8. И последнее движение также дигит, но его вариация. Мы делаем. У ручек остается схема та же самая. Ножки. И раз, и 2. Затем мы опускаемся вниз. 3, 4. Затем поднимаемся наверх. 5, 6. И замах левой ножкой. 7, 8. Ручки идут по траектории перед собой, вправо, за головой и опустили вниз. Также работает грудная клетка у вас. Медленно вторую вариацию. 7, 8. Раз, 2. Вниз, вниз. Наверх, наверх. В сторону. Встали. Под музыку. Готовимся. Вторая вариация. Угу. 5, 6, 7, 8. Раз, 2. Вниз, вниз, наверх, наверх. Бум, встали. Да, еще раз. Также под музыку. 5, 6, 7. И раз, 2. Вниз, вниз, наверх, наверх. Бум, да. И соединяем все три движения. 5, 6, 7. И раз, и 2, 3, и 4. 5, 6, 7. Дигит. Раз, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Вторая вариация. Раз, 2. Вниз, вниз. Наверх, наверх. Бум. Встали. И давайте закрепим еще раз под музыку. 5, 6, 7. И вот. Выучили три движения женских: дигит и плюс вайн. Валерия, у меня к вам сразу возникает вопрос. У нас любит страна повторять то, что популярно. И поскольку вы сегодня танцевали руками, я сразу вспомнила девушку, которая называет себя прорывом года. Приходят, просят, я хочу как Бузова научиться танцевать. Это Бузовый какой-то свой определенный танец. Это вообще легко и вообще не про нас. Мы искренне надеемся на то, что увиденное вы дружно повторяли и заряжали
возвращались с хорошим настроением с утра пораньше вместе с нашими сегодняшними гостями, традиционными гостями по пятницам, танцевальный коллектив «Эвольверс». Впереди у нас гороскоп. Спасибо, девчонки. Вам спасибо.